Всем привет, с вами Прием. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундучки и надеемся на идеально эпический, полезный, что самое главное, лут. Так, друид-страж. Поехали. А на друида это ступни 965-го эквипа Сурамарские. Что ты хочешь, кошка? Ну, за друида бегаю, за кошку могу даже побегать. Так, и ключик, 15-е логово, взрывной, упрямый и тиранические модификаторы. Новый ступни отдел, старый можно распылять. Так, ну что, дальше паладин. На ДК я зайду, наверное, на самого последнего. А нет, на самого последнего я зайду на монаха. Только сейчас про него вспомнил. Я же не зря его качал до 101-го. У меня же упала легендарная вещица. Для воина. Но она упала как бы на монаха. Но упала на воина. Суть в том, что когда у персонажа есть все легендарные предметы, и вы продолжаете играть на этом персонаже, то вам продолжают дропаться легендарки в виде закрытых шкатулок, скажем так, на другие классы. Вот. И недавно мне упало на монаха, именно поэтому я качал монаха до 101-го с целью вскрытия легендарки сегодня. Так, проверяем добычу. Кошка села так хорошо, ну... Ага. Скрываем, поехали. Колечко 970-е. Ох ты. Ну, конечно же, я его потом одену. Он будет прочаять его, конечно же. Не самое, конечно, полезное колечко, оно без хосты, но ладно. Итак, теперь на Вара заходим. Кошку надо, чтобы ее гладили вечно просто. Ага. У меня рук не хватит на это. А, да, тут еще бонус небольшой будет при вскрытии на Варе. Я еще тринкет купил вчера. Может, вдруг кристалл упадет. Да, два кристалла упало, проверяйте. Еще надо квестики раскидать грамотно, чтобы мне ресурсов оплота хватило, которые у меня имеются в текущий момент. Да, и как бы все на этом. Угу. Так, проверяем лут на Варе. А лут стоит на защиту, все отлично. Пришло время вскрывать сундук. Так, ну что, поехали. Шейка 960, я честно даже брать ее не хочется. Потому что статы не те. По почте придет, потом с почты заберу. Тут не обмен предлагает, какой-то вообще ненужной шмотки в виде релика. Очень полезно, спасибо. Так, а что же на ДК-то упадет сейчас? Я надеюсь, что какой-нибудь на самом деле полезный релик упадет, овербафнутый по эквипу. Вот тогда будет реально классно. Mm-hmm.
Так, АПшечку прожал, все прожал. Лут делаем, кровь. Поехали. Ох ты! То вот это вот полезный релик, но только он упал тогда, когда уже не нужен. Да. Сомневаюсь, что на этом железном релике будет прок лучше, чем на моем железном тигеле, потому что теоретически лучше некуда. Нет, я, конечно, посмотрю, что там прокнет. Но уже не сейчас. Да. Полезная вещь падает, но уже не нужная. Уже она потеряла свою актуальность, а именно с прошлой недели. Я же в прошлую неделю этот релик пролутал. С обычного лута мне его отдали. Ну все, скрываем легендарчика на монахе. Попытаем счастье и можно ливать из этой игры до РТ. И идти отдыхать в других играх. Кстати, да, вы на стримы приходите, там у нас увлекательный контент периодически происходит. С всякими орами, с всякими интересными веселыми вещами, так что... Может, посмеетесь по-нормальному там. А, ну что, вскрываем? Что, хмелевар же, да, у меня добыча. Угу. Поехали. Что это будет? Это придаст. Ну и нормально. И нормально, и как бы окей. Блять, шмотка с сокетом. Шмотка можно сразу зачарить. Не менять ее долгое количество времени. Насколько там у меня щиток будет? Получить 15%. Да что гадать, сейчас бафнется и увижу все. Ну. Сейчас подождем. Что там долго, недолго ждать-то? Ну-ка, щиток на 187 тысяч. Ну пойдет? Че? Ладно, всех вам благ. Как говорится, счастья, здоровья. Желаю, чтобы вам хороший лут упал в новогодние эти каникулы. Чтобы нормально все у вас было. Ну вот. Если чего-то нет, чтобы было, как говорится. А я пойду отдыхать. Всех вам благ, да, говорю. Счастья, здоровья, берегите ноги, лутайте качественные релики и приходите на стримы в поисках хорошей, правильной, что самое главное, информации. Берегите ноги. До скорого. Сколько раз я это сказал?